Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму фаршированные зеленые помидоры. Получается очень вкусная и красивая закуска, которая украсит даже праздничный стол. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала готовим начинку. Берем по 30 граммов укропа и петрушки и режем их ножом как можно мельче. Затем измельчаем 15 граммов острого перца. А также рубим ножом 50 граммов чеснока. Помещаем все нарезанные продукты в миску и хорошо перемешиваем. Теперь берем 1,5 килограмма зеленых помидоров. В каждом томате делаем глубокие крестообразные прорезы. В результате дольки должны хорошо раскрываться, но держаться вместе. Дальше фаршируем все помидоры, приготовленные зеленой массой. Затем раскладываем томаты по чисто вымытым банкам. Стараемся уложить помидоры как можно плотнее. Из указанного количества продуктов у меня получилось 2 банки емкостью 1,5 литра. Теперь готовим маринад. Из расчета на 1 литр воды берем 45 граммов соли и 95 граммов сахара. После закипания добавляем 100 мл 9% уксуса. Размешиваем, даем маринаду повторно закипеть и сразу заливаем помидоры. Дальше ставим банки в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем по плечики горячей водой и отправляем на умеренный огонь. Когда вода в кастрюле закипит, засекаем время и стерилизуем ровно 20 минут. Сразу банки закатываем, переворачиваем, укутываем и даем так полностью остыть. Вот и все. Очень вкусная и красивая закуска из зеленых помидоров на зиму готова. Хранить такие помидорчики можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.